Это 20-я часть летсплея, и она, наверное, последняя на сегодня, по крайней мере, на этот заход. Вот примерно так выглядит то, что получилось, то есть стоит личник, на него выложена лодка, выгруженный ящик, еще один ящик построен, все это разложено, все более-менее ценные вещи сложены в инвентарь. Здесь не очень ценные вещи остались, которые не жалко, если украдут. Ну и выложены 4 шкурки на сушилке. Если повезет, если они останутся целы, то у нас сегодня вечером будет рюкзак. Вот. Но как бы никакой гарантии нет, что они останутся целы, потому что довольно-таки место проходное. А куда-то в глубину лезть не очень хочется. Хотя, если шкурки будут воровать, все-таки придется именно так сделать. Вот. Я вылогинюсь на острове, и лодку я тоже оставлю на острове. Если ее украдут, то у меня есть возможность прыгнуть на костер, который вон там стоит, на более-менее большой земле. И я не окажусь здесь заперт, в случае чего. А дальше у меня по планам получить рюкзак, сделать здесь разметку и, соответственно, обустроить, начать строить палисад. Как-то так.